Ой, сплёты, сплёты. Ой, что-то мне надо-то, не надо-то снимать-то. Здравствуйте, дорогие фолловеры мои. Лайк-то поставьте под этим видео-то, комментарий-то напишите. Сегодня-то же я расскажу-то русское блюдо-то, гречка-то с курочкой. Что стоишь-то, пойдем готовить-то, ох. Что ты меня-то снимаешь? Ты ингредиенты снимай, люди-то знать должны. Дайте нам понадобится курочка-то, лук, чесночок и гречка и горшок. Маленький лайфхак от Ринаты Куримовны. Вот гречка-то есть, которая в пакетиках варится, но дорогая она, дорогая, не у всех есть деньги, я придумала. Значит, берете, собираете гречку в Ашане, в пакетик, вилочкой, дырочки вот так делаете и варите, вот. Ну что, закладываем в горшочек-то? Печь-то русскую ставим на 60 минут. Ох, приятного аппетита!